Святого же за небе понтисим Пилате. Христос воскрес, дорогі брати і сестри, підписники нашої Одеської єпархії. Сьогодні у нас велике свято, день пам'яті святого праведного Іони, нашого дорогого батюшки, який жив зовсім недавно, 100 років назад, і сотворив дуже багато чудес. І, як ви бачите, велика кількість наших одеситів, як завжди, приходить на богослужіння. По благословенню нашого владики сьогодні звершували божественну торгію нашої вікарії, наше духовенство. Дорогому батюшки Іоні, який нас чує, наші молитви, і цей важкий час, нам потрібна його молитва і потрібно його заступництво, щоб ми пережили цю всю біду з Божою допомогою і з Божим благословенням. Мая исполняется 100 лет со дня представления святого праведного Ионы Одесского чудотворца. Святый праведный Иона Атаманский був справжнім народним пастирем, який всього себе віддавав служінню простим людям. Святая Церковь совершает день памяти святых именно в день их отшествия ко Господу, когда святые разрешались от уз плоти и становились членами Церкви торжествующей, там, где они уже торжествовали свою победу над своими страстями и, конечно же, над родоначальником всех зол, дьяволом. В Одеській єпархії завжди було багато прекрасних священнослужителів, які ревно несли свій послух, але таких, як святий праведний Іона, було дійсно дуже небагато. 30 мая – особий день для нашої єпархії, особливо для нашого приходу, тому що виповнюється 100 лет з дня представлення святого праведного Іони Одеського. Наверное, в історії Одеси не було більш відомого приходского священника. Отец Иона явил в своем служении и в своей жизни множество образов. Он был обличителем ереси и расколов, он был суровым постником, суровым аскетом и вместе с тем любящим отцом. У батюшки было сложное детство, он остался сиротой, поэтому он знает, что такое лишение, что такое скорби. І в своїй житті творив багато добрих діл. Це особлива людина і великі праведники Кіопечерської лаври, монахи, які все життя провели в обителі, говорили, ми не варті його подвигу. Чому так сталося? Мабуть, тому, що любов є більша за усі християнські доброчинності. Цим батюшка Іона нагадував святителя Миколая Чудотворця. І, можливо, саме за його безмежну християнську любов Господь і дав йому оцей незбагненний дар чудотворінь у 20 столітті. Святитель архиепископ Никанор, рукополагавший отца Иону, говорил окружающим его: «Бейте благословение у отца Иона,
это будущий добрый пастырь. Я чувствую на нем особую благодать. Душа его горит священным пламенем. И люди, конечно, узнали в Оционе своего пастыря, своего отца, и поэтому они спешили на раннюю литургию в Свято-Успенской церкви, ныне это Свято-Успенский кафедральный собор, которую обычно служил отец Иона. Ця людина майже наш сучасник, але він дивує усіх тим, що йому було дано. Він навіть воскрешав мертвих. Він дарував зір, він зцілював хвороби, він зганяв нечисту силу. І Свято-Микільська церква, в якій він служив, стала осередком допомоги стражденним. У 2004 году владика благословил и вручил указ мне заниматься восстановлением нашего храма. Изначально это была часовня в честь святителя Николая, которая была построена в 1903 году. С 2004 года мы так сначала своими силами, там, с помощью прихожан, знакомых, друзей, восстанавливать потихоньку. А потом уже с 2010 года началось более интенсивное восстановление храма. В своей проповеди он наставлял людей к истинному покаянию, наставлял их, указывая погибельный путь, и вызывал в них это чувство метанои, то есть исправление, совершенство, исцеление от недугов душевных и телесных. Особливо ті, хто працювали в порту, хто були забуті тодішнім соціумом, вони йшли всі до нього. Він одягав їх, знаходив для них те, що потрібно, і вони платили йому також безмежною любов'ю. Кстати, этот год юбилейный, то, что в нашем храме будет 10-й храмовый праздник и столетие со дня обретения мощей. Вот самое главное, что совершается служба, и в это сложное время люди приходят, молятся, радуются, благодарят отца Иону, преклоняются перед его иконой, где есть частица мощей, обращаются с просьбами, и Господь слышит. Чудо исцеления слепорожденного отрока подтвердил профессор Филатов, когда советская безбожная власть устроила показательный суд и следствие для того, чтобы уличить праведного Иону в обмане, в мошенничестве. Профессор Филатов бесстрашно тогда заявил, засвидетельствовал о том, что это действительно тот мальчик, которого он отказался брать, лечить, но по молитвам праведного он стал видящим. Несмотря на то, что судьи его стыдили и порочили, что он человек с академическим образованием, врач, академик, тем не менее он твердо стоял на своем. Когда во время кампании по так называемому изъятию церковных ценностей праведный Ион Одесский был арестован, множество людей, которые осадили тогда, которые пришли к темнице, они побудили властей не ввязываться в открытое противостояние с людьми, и вскоре праведный Ион Одесский был выпущен на свободу. Коли батюшку Іону ховали, то, напевно, вся Одеса зібралася на це погребіння. Сучасники описують його як нескінченну людську лаву, яка йшла за гробом святого, праведного, народного пастиря отця Іони. В 1996 году по ходатайству нашего владыки, высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, праведный Ион Одесский был причислен к лику святых. Рака сего мощами почивают в нашем Свято-Успенском кафедральном соборе, в то место, где он трудился, молился, служил, совершал бескровную жертву. Мне посчастливилось присутствовать при изъятии тела отца Ионы для прославления. Тогда наш владыка митрополит Агафангел
присутствовал. Ну и поскольку мой отец тогда был секретарем епархии, то и мне, видать, посчастливилось, и моему брату родному, и двоюродному брату, отцу Сергию. Вот, и там несколько было семинаристов. Вот мы сюда ранним утром прибыли, почтение псалтири начали, раскопки копали мы вот сначала вот в этом месте, перед крестом. Вот, но там тело не обнаружили. Потом владыка сказал, давайте копайте вот в ту сторону, чуть дальше. И там мы уже наткнулись на склеп, где находился гроб металлический. В нем был деревянный гроб, и там уже находилось нетленное тело отца Іони. І зараз, коли нам так важко, коли йде війна, коли ми потребуємо великої уваги до себе кожного, хто поруч із нами, святий праведний Іона дає нам приклад служіння, жертовного служіння кожній людині. Множество людей, які з вірою, не тільки горожани, не тільки гості нашого міста, а й з багатьох городів і весей нашої країни, притікають з вірою і упованням. Нині святой праведный Іона Одесский ходатайствует о нас на небе, но это не означает, что он нас оставил, так как он уже не находится вместе с нами. Он молится о нас, он является нашим заступником, о чем и свидетельствуют творящиеся у его раки по сегодняшний день чудеса и исцеления. Я благодарен за то, что он за нас молится, слышит наши молитвы. Он был светильником в Одессе, которая стоит наверху, светит всем. Пусть его молитвами Господь сохранит и город наш, и всех нас тоже. Моли Бога за нас, Отче Святий, будь із нами.